Куда пошел, Колян? Давай. Шо? Открывай. Колян как-нибудь уговорить на съемке. Ну это, похоже, невыполнимая миссия. Давай, открывайся. Сюда. Потому что надо процесс разрезания. Блин, Бош. Ты что, ебанутый? Совсем окончательно? Без поворота? Ну ты еще ножницы возьми. Я сейчас открывашкой тебе его разрежу. Консервным ножом, нахуй. Хоть с чувством это делай. Что это? Моя плита. Со встроенным будильничком. Нет. Она просто ругается. Если на панель ложишь что-нибудь. 9 минут. Ждем-с. Давай. Давай твою щелину располосу. А что там валяется? А? Что? Сейчас пожрем это все. Давно не жрал таких сладостей, прям есть что-то такое особенное, офигенное. Ты, Коля, может, что-нибудь скажешь про них? Что про них говорить? Клера как Клера. Что за бездушные отношения? Надо как-то с чувством говорить. Клера, Клера. Видели бы морду Коляна сейчас в этот момент. Она выражает фразу, тебя надо лечить. Тоха, блядь, лечи. Бомбась поделил. Они в целом офигенные. Шоколадный внутри. Просто великолепный. Ты уже новой партии заказал. Вкуснейший шоколадный мусс внутри. Там тоже фисташковый крем. Здесь бы так что-то бананово. Здесь карамель я уже надкусил. Тоже кремушек. Ну крем такой воздушный. Видно, воздушный, видно. На сливках сделано, взбитых. Аж течет. Просто великолепно. Никогда бы не подумал, что эклер мог быть здесь вкусный. Просто обалденно. А вот сайт. Ну блин, то, что они маркетинговый прием применяют, это, конечно, нехорошо. У них 6 разных видов эклеров, а в коробку в большую можно засунуть только 5. Хитро. Очень. Но мы с Коляном оказались умнее. Он заказал 5 одного вида, я 5 другого вида с пересечением в одном виде. В итоге за раз попробовали все 6, я потом еще дозаказал себе.